Видеодемонстрация работы линейного актуатора с кнопками управления и с беспроводным пультом. Есть 4 режима работы. Выдвинуть актуатор на 20%, на 50%, на 100% и закрыть. То же самое дублируют кнопки пульта. 20%, 50%, 100% и закрыть. Пульт имеет встроенную батарею и беспроводной передатчик 433 МГц. Имеет кнопку выключения. Значит, система с линейным актуатором по условию всегда должна автоматически закрыться при первом включении. Здесь мы сможем увидеть отладку нашей системы. При первом запуске системы она сначала закроет актуатор и напишет, что она готова. Итак, открытие на 20%. Точнее, да, на 20%. Кнопка 1. 20%. Еще раз. 3, 4, 5. Система открылась на 100%. Было несколько нажатий кнопки. Включаем кнопку 4 для закрытия. Система закрылась. Кнопка 4 для закрытия. Открываем на 50%. Еще раз на 50%. И закрываем. Пятьдесят, закрыть. И на 100%. Система открылась. Закрываем. Открылись на 100%, закрылись. То же самое мы можем сделать с беспроводным пультом. Включаем пульт. Открытие будет происходить, его работа, точнее, будет через 10 секунд после включения. Итак, 20%, 50%, 50%, закрыть, открыть на 100%. Закрыть. 20. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Полностью открылся. Закрываемся. Можно посмотреть нажатие кнопок. 1, 2, 3, 4. Например, открыть с пульта, а закрыть отсюда. Открыть отсюда, закрыть с пульта. Используется беспроводной передатчик и приемник.